Вы знаете, вот я вам на примере артистов скажу. Вот у нас они говорят, вот этот артист решает в шоу-бизнесе, вот этот артист решает, громкие имена, вот там, не хочу сейчас их называть. То же самое и Евросоюз. Вот эта страна, вот Евросоюз, это же столько стран. Я вам скажу так, очень просто. Решают те, у кого есть ресурсы. Вот, грубо говоря, у вас есть телевизионный канал, вы можете любого сделать суперзвездой гастролирующим. Закрыли вы на этот канал въезд, вход любому артисту, и любого артиста забудут, особенно если это метровый огромный канал. Забудут через какое-то время, у всех людей память так устроена. То же самое с нами, мы не зависящие ни от кого. В плане у нас ресурсы, мы руководим балом, во всяком случае в своей стране уж точно. И никакие Евросоюзы нам не нужны по одной простой причине, что они от нас зависят, они нуждаются в нашем газе, они нуждаются в нас. А не мы в них больше. Мы без них проживем. Мы можем закрыть вообще свою страну от всех и будем здесь прекрасно жить. Сами по себе, без всех. Вот Беларусь, Украина, вот присоединим все вот эти славянские наши страны. Там этих националистов всех к стенке, я считаю, нельзя. Уже это в сегодняшнее время национализму не должно быть вообще ни единый процента. То есть всех к стенке. Нельзя человека определять по его происхождению. Мы не выбираем, где родиться. Вот. Надо определять по-другому. Поэтому пошли они, знаете, куда со своими этими санкциями. Я вот в этом смысле патриотичен очень. Я считаю, что... Ну и выключим мы им газ. Пусть сидят.